некой западной страны он получил 127 лет. Робот-мальчик, не стареющий, по-прежнему кудрявый, на могилу Сыроежкина приехал, отыскал ведь. И прости меня, Сережа Сыроежкин, что недолго жили мы с тобой вместе, что не смог я за тебя и для тебя стать человеком, что своими мнимыми проблемами увлекся. Поначалу я в тюрьму про вас писал, профессор Громов, только письма там с собой хранить не разрешали. Я, конечно, своей памятью запомнил все дословно, но потом какой-то сбой случился, и все стерлось. Износились мои старые детали, ну а новых таких теперь не выпускаю. Не могу я больше бегать со скоростью 300 км в час и чинить игрушки наложением ладони. Да искал вас, да я искал вас, и тебя, и Маю, и Макара Гусева, и Рыжикова, который я не Рыжиков, я Чижиков. Я искал вас, непонятно на что надеясь, но нашел в живых одну Кукушкину. Ей 140, и она уже не помнит ничего. Повторяет только, нечего было на меня карикатуры рисовать. Я заметил, что к тебе сюда приходит мальчик. Видно, внук твой, ну, вернее, правнук или прапраправнук. Он до жути на теперешнего на меня похожий. Я боюсь, что он меня случайно вдруг увидит. Не люблю я песню про крылатые качели. Ненавижу песню, если меркнет свет в окошке. Не могу я слушать песню, вкалывают роботы. Я, наверное, все-таки стал человеком, только поздно.